Всем привет! Это канал Кикидо! И сегодня, друзья, у нас на канале будет веселый челлендж, который называется Дженга Голд. Да, именно Голд, потому что Дженга у нас не простой, а золотой. Это золотые слиточки, из которых мы построим башню. И условие челленджа заключается в следующем. Каждый из нас должен будет вытягивать по одному золотому слитку, да. И проиграет тот, у кого башня разрушится. Условия, то есть наказание для проигравшего. Он должен Давай. Он должен съесть целый лимон. Ура! Он должен будет съесть целый кислючий лимон. Это для любителей всякой кислятины. Эй, чуваки! Вообще-то мы так не договаривались. Друзья, обязательно досмотрите видео до конца, так как у нас сегодня в конце видео будет розыгрыш в конце игры. И мы узнаем имя счастливчика, обладателя вот этой прикольной, классной игры, которая называется «Хитрая лама», как и обещали в прошлом видео. Угу. Так что... Не пропустите. Башня готова. И я думаю, что пора начинать. Давай. Начинаем с меня. Я никогда не играл в дженгу, честное слово. Так что это будет первая моя игра. Никто я думаю, не играл из нас. Да, я думаю, что она будет для меня удачной. Ну, давай. Так. Вытащил. И ставим наверх, правильно? Да. Давай, теперь ты, малыш. Аккуратно, Каринчик, аккуратно. Ты зря так делаешь, ну ладно. Аккуратно. Честно скажу, я не хочу, чтобы Камиль проиграл. Аккуратненько ставь наверх. Так, молодец. Ну ты уже ее прям все расшатал, ты что делаешь? Да. Это твой первый слиток, а ты ее все расшатал. Поаккуратней, Камиль. Ай-яй-яй. Тихо. Да. Как так? Или двумя руками, я даже не помню. Я не знаю, мне кажется, что можно двумя. Хорошо, ладно, давай двумя руками. Потому что тут... Так, нам нужна симметрия. Так. Что-то не хочется мне лимон есть. Ну-ка, я сейчас проверю. О, я прям вообще рисканул. Да, я ставил на одной палке. Одну палку. Подожди, Камиль. Стоп. Пусть папа положит. Положи голд. Ничего я не положу. А. Все, давай. Я думал, ты не говоришь. Обратно положи. Подожди, Камиль, надо подумать. Я думаю, что лучше в тот свой брат. Бери. А что ты ему подсказываешь? Пускай сам вытаскивает. Я не хочу, чтобы он лимон был. Ладно. О, молодец. Нет, вот аккуратно так. Только клади. Опасная игра, на самом деле, очень опасная. Особенно, если условия лимон. Камильчик, не шатай стол, Было бы не так страшно, если бы не лимон. Давай. Я уверен в своих силах, я думаю, я не проиграю. Я тоже не проиграю. Официально заявляю. Ладно. Так. Я думаю, вот это можно. Я знаю, кто проиграет у нас. Вытащить. Камиль? Камиль проиграет? Да, Камиль. О! Так, я поставлю посередине. А что, можно? Ну, я имею право, куда хочу, тогда и кладу. Камиль, аккуратно. Камильчик, аккуратно, малыш. Ничего, нормально. Так, башню поправлять нельзя. Аккуратно. Камиль, аккуратно. Честно, я тоже за тебя. Аккуратно. Камиль, не дергай. Ай-яй-яй-яй. Мне кажется, она сейчас упадет. Меня в жар немного бросило. Давай. За тебя болеем, Камиль. Бип-бип-бип-бип. Давай. Так. Интересно, лимон кислый или нет? Ты сейчас нам расскажешь. Да, думаешь, я расскажу. А я не расскажу. Я буду слушать. Так, молодец. Теперь я. Так. Не надо. Так, ладно, это я оставлю Камильчику. Так, я вытащу отсюда посерединке так аккуратно. Опа. Легко. Тихо. Мама Мия. Тихо, Мия. Тихо, Камиль, не трогай ничего, пожалуйста. Мама Мия. Вот это. Только тихо, ладно, аккуратно. А может, не надо было ему это? Да нет, я думаю, аккуратно. Самое нормальное. Да? Тихо, Камиль. Ты прям отчасти уже. Я сейчас ее вытащу. Так, давай, клади. Так, давай, аккуратненько. Наверх. Молодец. Ай-яй-яй. Все. Ай-яй-яй. Молодец. Так.
Обстановочка накаляется. Друзья мои. Страшно. Ой, давай быстрее. Не могу. Подожди. Быстрее — это значит проиграть. Ты понимаешь? Так. Быстрее. Подожди, ты мне шатаешь стол. Ты мне стол шатаешь. Чего быстрее? Быстрее. Я тебя стол не шатал. Я вот это вытащу, вот. А, вот это вот она тоже делает. А ты чего все расшатал нам тут, а? Я вот это вытаскиваю. Ладно, да. стой камень. Так. Давай теперь стой. Аккуратно только не шатай башню. Не спеши. Не шатай. Ух ты, камечек, молодец. Так легко, умничка. Фай, ты изначально неправильно собираешься. Ты вон, смотри, нарушила башню, сделала здесь какую-то кашу-малашу. Она, в принципе, такая должна. Нет, она и не должна быть ровной, понимаешь? В этом-то вся и фишка, что она ровной не должна быть. Что ты там вытащила? А, ты жулик, ты вытащила мою, эту, мой слиток. То, что я подготовил. Так. Алле-опа! Тихо! Камиль, просто тебе подсказку дам. Смотри, то, что вот легко шатается, то и вытаскивай. Вот, смотри, сзади. Вытаскивай. Вот. Аккуратнее. А, ты для себя нашел новый метод. Да, я нашел для себя новый метод. Вот теперь будь аккуратен. Ты ее можешь расшатать. Положи ее прямо на середку и все. Осторожно. Молодец. Осторожно. Все, отлично. Так, значит, я за тебя болею, мой трепыш. Вот, значит, вот он. Чик-чик. Я правда не хочу лимон, я очень не люблю. Не шатайте стол. Тихо, стол не шатаем, Камиль. Не шатай стол. Ну, вообще, прям все, на самом деле, накалилось. Осторожно. Знаю, я за всех переживаю. Честно, не хочу. Я тоже переживаю. Да. Честно, не хочу, чтобы ты ел. Она была в два раза меньше, да? Ты же физик, когда выросла. Камильчик, ну ты прям меня поражаешь. Да аккуратно, вот когда ты знаешь, у него рост не хватает. Камиль, не клади на край. Из-за этого он может немножко его этот уронить. Опа. Слушайте, он стоит на одной ножке. Да, посередине, то есть, да, получается, на одном слитке. Вот здесь, да. Каждый ряд стоит на одном слитке. Да. Если этот слиток достать, мне кажется, он рухнет. Правильно же? Он же не стоит. Я не знаю. Кажется, что он рухнет. Слушай, нет, это я... Кушает. Ладно, вот этот... Ты уже вытащил, все, не взял. Ладно, вытаскивай, наезжайте на меня уже. А, он сейчас рухнет! Тихо. Так, я вот так поставлю, наверное, чтобы он сейчас рухнет. Камиль, вот, спокойно можешь вытащить он. Держи, я тебе подсказку даю. Молодец. Только давай, ты его не шевели сверху, когда кладешь. Нет, я тебе уже не помогу просто. Не надо, пускай сам ставит. Что это такое? Все, поставил, молодец. Я тебе подсказал, но ты до остального это сам делай, то это уже не честь, никакой честь. Знаешь, можно, в принципе, отсюда взять, я думаю. Нет, я зря это сделала. Ты уже... Я знаю. Давай. Вот как ты мне сказала, ты уже дотронулся до слитка, забирай. Все, тихо. Он на одном дыхании. Давай. Он правда на одном дыхании. Я боюсь, сейчас кто-то нам расскажет, какой же лимончик. Сейчас, подожди. Фу. Давай, фуй, хватит фукать. Сейчас. Он рушится. Он. Давай, фуй, вытаскивай быстрее. Жуличишь. Все, ты ешь лимон. Хотел, чтобы ты проиграла, честно, я не столько хотел, как Камиль, что проиграл, как ты. Ну, я знала, что он сейчас рухнет. Супер. Я сделала большую ошибку. Ну, вот так вот, друзья. В школе геометрии училась? Плохо. Ладно, сделаем следующее. Я помогу тебе, мы вместе скушаем лимон. Что, правда? Да. И мы поделим лимон напополам. Я от него этого не ожидала, честно. Я сегодня добрый, сегодня хороший. Все, на раз, два, три. Нет, не могу. Слушай, там. Давай. Мамочки, какой же он кислый, а. Оказалось, что все не так плохо. У меня жар по лицу пошел.
Да. Ну что, друзья, наказание исполнено. Мы все съели лимончик, помогли нашей маме. И он оказался достаточно такой вкусненький, не сильно-то кислый. Так что переходим к самому главному. Это розыгрыш. Напоминаю условия. В розыгрыше участвуют первые 100 подписчиков, которые успели написать комментарии. И сейчас комментчик размешает вот эти все свертки, на которых указаны имена. И мы узнаем счастливчика. Да, мне очень интересно, честно говоря. Да, это первый наш розыгрыш. Сейчас посмотрим. Ну давай, камень, один сверточек, один. Давай. Посмотрим. Так, посмотрим, кто там. И победителем стал Артем Свириденко. Вот, смотрите. Артем Свириденко. Может, неправильно я говорю? Поздравляем, поздравляем Артема. Поздравляем Артема. Да. Это уже твоя игра. Это твоя игра. Обязательно свяжись с нами, напиши нам на мейл, либо в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании будет. И мы узнаем адрес, куда отправлять. Да, и обязательно в скором поздравляем! Времени. Поздравляем! Ну что, друзья, кому понравилось наше видео, ставьте лайки. Пишите нам в комментарии ваши веселые идеи, пожелания. Да, обязательно. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Это вот красная кнопочка такая вот. Вот такая вот, миленькая. Да. Обязательно нажмите на нее. Ну и до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Пока-пока.